6 по 7 октября 2022 года в Казани на базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета была проведена международная конференция «Научное наследие Богородицкого и современный вектор исследований Казанской лингвистической школы». В работе сегодняшней конференции участвуют представители порядка 20 регионов Российской Федерации и порядка 5-7 стран мира. Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Китай. По словам директора Института филологии и межкультурной коммуникации, международная научная конференция посвящена широкому кругу проблем, направлений современного теоретического и прикладного языкознания, у истоков которых находились представители Казанской лингвистической школы, в том числе и Богородицкий. В этом году мы данную конференцию посвящаем 165-летию со дня рождения великого ученого. Мы рассчитываем на то, что и последующие годы подобная конференция будет проходить на базе Казанского федерального университета. Напомним, что данная конференция проводится при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан в рамках государственной программы сохранения, изучения и развития государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 год. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.